Ольга Левкова с матерью Людмилой Розовой – клиенты печально известной турфирмы «Нева». Планом уехать в путешествие по скандинавским странам у этих женщин, так же, как и еще у тысячи туристов, которые купили путевки через этого оператора, не суждено было сбыться. Неплохой альтернативой, отмечают мама и дочь, стал отдых в Сочи, в самом центре нового Олимпийского района. На российском курорте они не были больше 50 лет. Удивлены. Сегодня здесь даже лучше, чем в Европе. Нам звонят из нашего агентства, что вот такая будет акция. Мы сделали круглые глаза. Говорим, мы, конечно, согласны, не задумываясь ни секунды. Сочи, конечно, ну, цивилизованный теперь европейский город, совсем другой. Предложение для тех, кто не попал на отдых из-за банкротства операторов, разработали в Ростуризме совместно с администрацией Краснодарского края. 7 дней, 6 ночей в отеле «Бархатные сезоны» недалеко от Олимпийского парка. Все абсолютно бесплатно. Подумали и о желающих гостить в Сочи дольше недели. По льготным условиям, там в пределах 1200 за двоих человек с завтраком они могут продлить проживание здесь. То есть вполне комфортные условия, считаю, более чем привлекательные и выгодны. Шаговая доступность до моря и шикарные пляжи. Для россиян, чей отдых был омрачен, в Сочи создали все условия. Не только проживание в их распоряжении, все прелести отдыха в гостинице. Спортзал, пляж, велопрокат и завтрак по системе «Шведский стол». А живут туристы вот в таких уютных номерах. Одним из основных преимуществ нашего гостиничного фонда, который отмечают все наши гости, является очень удачное место расположения. Из окон части номеров открывается хороший панорамный вид на Олимпийский парк, на будущую трассу «Формула-1», а также на объекты Сочи парка. Отель планирует принять на отдых более 2000 пострадавших туристов. Как рассказали в гостинице, многие из них, кто вот так незапланированно прибыл на отдых в Сочи, как оказалось, здесь ни разу не были. А если и были, то много лет назад. И большинство хотят обязательно вернуться сюда снова. Я приехала сюда не одна, еще и мужа взяла сюда, потому что он всю жизнь мечтал тоже поехать в Сочи отдохнуть, и как-то я это тормозила. Теперь мы все уже распланировали на будущий год обязательно на Кавказ. Заявки от клиентов обанкротившихся фирм будут принимать до конца этой недели. А отдохнуть в сочинском отеле туристы смогут в любое удобное время вплоть до 25 декабря. Исключение составят дни проведения инвестиционного форума и гонок «Формулы-1». На это время отель «Бархатные сезоны» уже забронирован на 100%. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.